Zombie Apocalypse. Всем привет! Заказал я на Алиэкспресс светильник в детскую комнату в виде бабочки. Вот так вот он выглядит на сайте. А сейчас я попробую вскрыть упаковку и посмотрим, соответствует ли тому, что на сайте. Немножко, конечно, она покоцана, но надеюсь, там упаковка хорошая и светильник не поврежден. Да, упаковка отличная. Единственное, что, скорее всего, она не предназначалась для этого светильника. Но тут путем физической силы светильник все-таки был сюда вставлен. Вот так вот выглядит светильник. Вот это его крепление. Здесь стоят болтики, мы их выкручиваем. Эту планку крепим к стене. И, соответственно, подключаем провода. Тут стоит такой вот блок питания. Скорее всего, наверное, еще горит разными цветами. Сейчас я поставлю и посмотрю. Есть вот крепежные саморезы вместе с дюбелями. Это если будете ставить на бетонное основание. У меня гипсокартонная стена. Наверное, я воспользуюсь немножко другими саморезами. Скорее всего, обычными черными. С блока питания здесь выходит два провода. Это фазный и нулевой. И здесь еще есть заземляющий провод, который, соответственно, к заземляющему проводнику подключается. Торчит тут немножко, вижу, светодиодная лента. Но, надеюсь, там без проблем она будет работать. Подходит туда три провода почему-то. Ну, в общем, вот такой вот светильник. Сейчас я буду его устанавливать и покажу, как это делается. Заодно потом посмотрим, как он красиво горит. Или нет. Или не горит. Ну вот и все, светильник на своем месте. Вот так вот он выглядит. В принципе, симпатично. Надеюсь, дочь оценит. Как вы заметили, закрепил я на планку, которая откручивается с двух сторон. С этой и с этой саморез. Планка снимается, ставится, прикручивается. Прикручивал я ее на два самореза. Вообще бы надо, конечно, было бы, как, так как тут гипсокартон, нужно было дюбеля туда вставить. Но по опыту я вам скажу, в принципе, есть такая хитрость. Просто саморезы закручивайте под углом, один туда, другой сюда. И, в принципе, будет крепко. При желании можно оторвать даже с дюбелями. Поэтому, если на ней не висеть, она будет достаточно крепко держаться. Сейчас я ее включу. Вот так вот она горит. Эта бабочка. Этот светильник. Ну, симпатично получилось, мне нравится. Сейчас в комнате светит солнце и очень светло, поэтому нельзя полностью оценить, насколько ярко светит светильник, но я вам скажу, что выглядит симпатично. И легко можно будет его использовать как подсветку в вечернее и ночное время. Также, помимо этого, можно еще переключать на холодный свет, теплый и что-то среднее. Сделать это можно путем переключения, включения и выключения клавиши. Вот так холодный свет, вот так теплый, вот это что-то среднее. Вот опять холодный. Стоят там светодиодные ленты две. Соответственно, когда мы один раз включаем клавишу, допустим, загорается только одна.
с холодным светом. Когда мы второй раз включаем-выключаем, загорается только светодиодная лента, которая с теплым светом. И если мы третий раз щелкнем, то загораются обе светодиодные ленты, и у нас получается что-то среднее, и холодный, и теплый. Самый, конечно, яркий режим – это получается, когда работают две светодиодные ленты. Соединение, как вы видели, я сделал на зажимы Вага, ссылочку я скину в описании. На светильник ссылка в описании тоже будет. Все, всем счастливо, пока!